Во Владикавказе 26 декабря будет перекрыто движение для всех видов транспорта на нескольких центральных улицах. В пресс-службе ГИБДД Республики сообщили, что это связано со съемками новогоднего фильма. Так, с 11:30 до 12:30 нельзя будет проехать по улице Горького от улицы Ленина до проспекта Мира, а с 14:00 до 15:00 от площади Штыба до памятника Плиеву. Госавтоинспекция просит жителей отнестись с пониманием и рекомендует заранее выбирать пути объезда.